Льговская 4 по паровому предшественнику. Она, конечно, лучше выглядит, чем после гороха. Но дело в том, что у нас за 2 месяца выпало, наверное, в пределах 70 миллиметров осадков. Опять же, это все было не так равномерно. Но на парах, конечно же, Льговская все чувствует по-другому, потому что нижний ярус, он другой. Во-первых, и посев гуще, и листья подфлаговые, и флаговый лист шире и длиннее. И здесь Льговская, она чуть позже отцвела, потому что еще вот... остались следы от цветения тычинки. Потому что я замечаю, что чем больше питания у растений, тем они срок колошения, срок цветения оттягивают на более поздний период. А вот если у растения стресс, они сразу начинают выбрасывать колос, сразу пытаются дать потомство. Это такое, кстати, есть. Поэтому вот по паровому предшественнику. В этом году, скорее всего, эта разница будет, потому что немного влаги, плюс прохладная погода, которая позволяет пока озимым, да и яровым сильно не страдать. Во всяком случае, контролируется испарение влаги из почвы. Вот такой вот посев по паровому предшественнику озимой пшеницы Льговская 4. Выглядит, конечно, круто. По стеблистою он выглядит лучше, чем по гороху. Ну и потенциал здесь выше. Так вот.